Привет! Сейчас я нахожусь в Индии, занимаюсь здесь волонтерской деятельностью. И сегодня мне захотелось рассказать, показать, что я конкретно здесь делаю, с кем, почему, зачем и вообще, что происходит. Так, шумная дорога. И прямо рядом с дорогой оазис тишины и знаний. Вот Art of Living International Center. Здесь я провожу свое волонтерство. Прекрасные ворота, очень красивые. That was the beginning of the territory. Now we go straight to the place where I work, which is just next to the entrance. So, this is reception! Well, yeah. My main work is to meet internationals. International people. Say hello! Marjoba! Чао, рагаци! Здравствуйте! Говорить на разных языках с разными людьми, всех приветствовать и заполнять бумажки. Итак, комната, где проходит вся работа. Вот, ребята, все работают очень серьезно. So, that's the map of the ashram. Ashram means monastery. A lot of departments, a lot of houses, a lot of people. Одним словом, место просто потрясающее. In one word, the place is just amazing. The people, the weather, the practices, food, everything. Just like a heaven, you know? You know? Короче, классно. Мне прям очень здесь нравится. Очень много людей, говорящих на английском. По-русски здесь очень много людей говорит. Просто половина, наверное, всего всех говорит по-русски. Вот. Кто еще на чем говорит? На итальяно. Ci sono persone che parlano italiano, ma non c'è persone che parlano на грузинском, никто не говорит. Ну, найдем. Вот у меня сейчас есть перерыв. Перерыв между работой. Как это работа не называется даже, это сева, это волонтерство. То есть все здесь на добровольной основе. Никто ни к чему не принуждает. Если там плохо, они... Ну ладно, если не охота, то надо просто взять и сделать, чтобы была охота идти и делать дело. Well, I'm just saying that everything that people do here is voluntarily. There is no work. People just do it voluntarily, so no payment at all. And there are a lot of people who are here for years, who do here work for years, who live here for years. This is just incredible. And not only Indians, but foreigners as well. Здесь есть очень много людей, которые остаются здесь жить, и они выполняют севу много лет подряд. То есть они здесь живут и прекрасно себя чувствуют. Вот так. А, ну так вот, перерыв. Перерыв у меня есть, и я провожу его вот в таком небольшом парке. Кушаю виноград. Слушайте, тут вообще такой виноград просто, мама родная. Сейчас покажу. Такой вообще виноград загляденье. Сейчас, секундочку. Вот, обзор на виноград. Он такой длинненький, как мизинчик. Сладенький. Короче, классно. Фрукты здесь отпад. Все, это все, что я хотела сказать.